рождественская по стихотворению Саши Черного. В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, выбравшись из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, пробравшись к нише, одеяльце мял губой. Пес. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней было кошке в яслях греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне. И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывши глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой, полной ласки, прошептал: смотри скорей. Был канун Рождества Христова. Воспитанник третьего класса духовного училища Вася получил свидетельство с отличными баллами по успехам и поведению и разрешение провести праздники дома. Всем сердцем любил Вася святки и радовался близкой встрече с отцом, служившим дьячком в приходской церкви, и милой матушкой. Thank you.
Твоей благодати спутешествую. И я кажу рабу твоему, то и я. Вася, счастье твое, что случился мимо проезжий купец, а то наверняка замерз бы. Прошло много лет, и снова был канун Рождества, и снова начиналась метель. Худо, приятель, в такую погоду без крова. Заходи, странник, грейся. Видите, владыка святый, заговорил нищий, теперь побираюсь, а когда-то во всем имел счастье и сам помогал другим. Раз на Рождество ехал я на ярмарку, продолжал он, мороз был, как теперь, страшный. Смотрю, на дороге сидит окоченелый мальчик. Архиерей внимательно всматривался в старика. Помню, говорил нищий, мальчика звали Васей. Так вот кто мне жизнь спас, воскликнул архиерей. Мальчик, которого ты подобрал с дороги, был я. Чудны дела твои, Господи.